Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов из магазина «Лента». Ездила я туда сама вместе со своими детьми, поэтому у меня тут не только по делу покупки. Вот, и ездила я в основном за бытовой химией. Закупка у меня получилась достаточно большая, но у меня закончилась бытовая химия, очень много что, поэтому, да, закупка получилась достаточно большая по цене. Чек, как всегда, у меня будет в конце видео. Так, девчули мои тут. Вот одна, вон вторая, да, девочки мои сладенькие, все проверили, все, сейчас что-нибудь дам вкусненького обязательно. Мы хорошие, да. Давайте начнем вот отсюда, с бытовой химии. Во-первых, купила большую упаковку туалетной бумаги, ну, чтобы она уже была, и пеленки для, вот для нее. Да, для нее купила пеленки из бытовой химии. Здесь вот у меня, короче, немножко, видно, я пока грузила, у меня протек или лопнул, тут не поняла. Вот этот кондиционер лентовский я как раз беру для того, чтобы стирать подстилки для собак, там, я не знаю, добавляю там куда-нибудь, что-нибудь промываю там им и так далее, в общем, для этих целей. Дальше по стирке взяла ласку, вот такую она была по акции, большую упаковку, взяла еще Ленор, вот такой кондиционер, и взяла, впервые вообще я увидела вот этот ваниш, это именно для белого, я не знаю, я не видела вот такой, вот, у меня как раз все летние белые, белая одежда, надо бы ее как-то привести в порядок, есть и пятна, и не только, в общем, попробуем вот это средство. Также для мытья полов я взяла вот такой мистер Протер, хотела взять, который идет для животных, но его почему-то не было в наличии, поэтому взяла вот такой обычный, тоже большая бутылка, тоже была акция. Дальше здесь таблетки для посудомоечной машины. Очень мне нравится, не оставляет разводов, все хорошенько промывает. И, в общем, супер, они бюджетные, 30, считайте, 40 штук. Очень классно, всем советую, у кого есть посудомойка, будете в ленте, обязательно возьмите. Также взяла бумажные полотенца лентовские. Они до этого были другие, без цветного тиснения. В общем, я взяла вот такие. Как раз отлично. Мне нравится вот этот большой рулон. Мне действительно надолго хватает. Еще увидела вот такую фольгу. Смотрите, какая она большая, девочки. Вот. Мне кажется, очень удобно. Действительно, ее рыбу может какую-то запекать. Когда что-то нужно именно завернуть. Видите, особо широкая. В общем, увидела, взяла. Пригодится мне обязательно. Дальше здесь станки я взяла. В основном я для себя вот это беру. Мне нравятся они. Нормальные. Попользовалась пару раз, выбросила. Отлично. Капсулы еще взяла. Вот эти Ариэль. Тоже они были на акции. Взяла две упаковки салфеток. Здесь у меня одна. Одну оставила в машине себе. И вот эти вот тоже Бреф. На них акция. Они сейчас дешевле, чем все остальные. Поэтому я почти все время беру Бреф, потому что они получаются дешевле. Ну и сама основная закупка. Давайте начнем вот отсюда. Мясо я все равно докупила. Хотя в предыдущем влоге я показывала, что я ездила в мясную лавку. Но все равно еще докупила мясо. На фарш хочу. Так, яйца С0. Это отборные, да, считаются. И вот я купила филе бедра индейки по 339 рублей. Хочу фарш сделать из индейки. Ну, как бы грудку дороговато брать. Я решила взять бедра. Они были по акции. Ну, может, не по акции. Но, в общем, 339 рублей в чеке будет видно. Поэтому я взяла, хочу фарш сделать. И взяла еще до кучи свинины, карбонат. Он был тоже по, видите, 266 рублей. Такой неплохой кусочек. Тоже барбекю какой-нибудь сделаем. В общем, отлично. Взяла бекон. Хочу что-нибудь тоже накрутить, навертеть с беконом. Или бекон еще очень вкусно в спагетти, да? Ну, делать такую, как это, пасту. Пасту с беконом. Или у меня еще бекон утром яичницу. Муж себе жарит. С беконом тоже очень любит. И сосиски. Брошу их в морозильник. Тоже их на какую-нибудь пиццу, на что-нибудь. У меня постоянно в морозильнике есть сосиски. Это всегда. Это у меня уже, конечно, взяли дети. Но у меня вообще вот этой штуки любит очень муж. Они сказали, мама, для папы надо обязательно взять. В общем, я взяла. Вот. Ну и дети тоже, кстати, у меня едят. Но не особо им нравятся вот эти штучки. В основном мужу нравятся. Так, еще взяла тесто, девочки, хочу вам показать, смотрите, какое видела тесто. Я как-то в одной закупке показывала сырное тесто, я брала, оно было безумно вкусное, слоеное сырное тесто. Просто обалденное, его сейчас нет в ленте, но увидела вот такое, смотрите, тончайшие листы,
сербское тесто фила. Вот видите, смотрите, для штруделей, самсы, буреков, спиринг-роллов. В общем, хочу почитать что-нибудь вкусненькое, обязательно мужчинам своим сделаю. Вот такое вот тесто. Меня еще просят показывать. Вот смотрите, здесь, видите, есть всякие, видите, бурек с мясом, наверное, вкусно очень будет. Что-нибудь я обязательно накручу. Меня еще просят, и вот еще, смотрите, пахлаву можно сделать из этого теста. Вообще супер, девочки. Состав. Вот состав меня просили показывать. Мука, вода, соль. Вообще супер, да? Вот, цена будет в чеке, цену не помню. И еще, она тут подразморозилась, взяла на пробу вот такое тесто. Цезарь, слоёно-бездрожжевое со сливочным маслом. Ну, посмотрим, отличается оно чем-то, не отличается. В общем, попробую что-нибудь приготовить. Так, дальше у меня здесь еще вот такую колбаску мы взяли, какое-то зернистое окраина. Не знаю, попробуем. И масло, вот сливочный сыр плавленый взяли. И масло 1000 озер, его взяла, потому что на него была акция. И хотела взять пышку, но пышки действительно в ленте почему-то нет. Есть только хозяюшка. Вот я взяла ее, тоже неплохой, но пышка лучше всех. Вот, просто для выпечки самая суперская, но взяла его. Также взяла молоко, оно было по акции, что-то 88 что-то рублей. У меня есть закваски, я хочу сделать обычный йогурт и греческий йогурт. И как раз греческий йогурт потом сделать, ну, наподобие творожного сыра, в общем, для этих целей. Ну, плюс блинчики, наверное, еще напеку. И сыворотки я пеку, блинчики. И вот как раз взяла молоко сгущенное, вот такое. Очень удобно вот эти упаковки, мне нравятся. Так, взяли еще, блин, вот это я вообще люблю, так, девочки, вообще не могу. Это просто, я просто могу туда ложку засунуть и съесть. Ужасно, вот это ужасно. Это у меня деткам вот такие, кстати, очень вкусные, по вкусу как Даниссимо. Даниссимо вот такие, да, с печеньками вот этими вкусные. Вот эти вот ничем не хуже, тоже нравятся, но они подешевле, кстати, стоят. Вот с разными вкусами здесь, с разными печенечками мы взяли. Тут получается 6 штучек. Так, здесь все показала, дальше немножко напитков, соки взяли, яблоко-вишня, яблоко-ягоды, яблоко-виноград, кофе, меня сейчас спрашивают, какой мой любимый кофе, вот он, именно вот эта вот девушка, это же челма, да, называется, красная вот эта, я не знаю почему, но мне нравится именно вот с красной челмой девушка, которая такая, она красивая, кстати, девушка, очень красивая, она мне так нравится вообще. И кофе нравится, и вот эта девушка тоже мне очень нравится. Это у меня в зернах, здесь килограмм, а такой же кофе продается молотое в том числе. Так, здесь у меня также консервы, кукуруза, горошек по 2 штучки, и это у меня взяли дети. В общем, они хотят поливать там на мороженое и так далее, я им предлагала варенье, они говорят, нет, варенье это типа не то. Я говорю, ну ладно, давайте возьмем одну, купим, потом, если что, варенье свое дам. Вот, ну в общем... Чипсы, конечно же, взяли, и здесь у меня макарошки вот такие миленькие, и вермишель, это для супчика я взяла, для куриного, хлеб-булка, вот этот двинский хлеб оладушкин, какой он вкусный, девочки, очень вкусный, прям обалденный, хлебный дом батон еще взяли, и вот такой тостовый обычный хлеб, что-то мы черный хлеб не взяли, ну ладно, и так много булки. И вот эти мои лепешки, вот эти узбекские из тандыра, обожаю их, по 29 рублей. 2 штуки взяли. Вот, хотели в машине съесть, но в машине мы съели мороженое, поэтому они у нас остались. Вот такие еще взяли, это у меня муж любит, он как раз приедет, поест сырные. Вот эти они 79 рублей, 2 штучки взяли. Ну и здесь, конечно, вкусности понабрали всяких разных. Вот эти вот желейки. Разные круассанчики мини, но это мы любим на завтрак, да, вот такие вот печеньки, тут еще желейки и конфеты всякие разные, вот эти вот им тоже очень нравятся, желейные конфеты, я не люблю вот эти желейки, вот это все мармеладки, я терпеть не могу, дети у меня любят, вот такие взяли, кикат, это тоже очень вкусненько, тоже я люблю, вот такой твикс, здесь вот такой. Дальше Сникерс, конечно же. Вот. И еще чупа-чупсы. Вот такие. Так, еще, конечно же, Орео там был на акции. Вроде бы еще вот такие крекеры взяли. В общем, вкусняшки. Вот такие вот. И взяли пироженки, девочки. Ну, это я уже. Честно, это я.
Я заводила про пироженки. Вот эти вот, очень люблю вот эти трубочки. Но я больше люблю с белым кремом. С белым не было. Вот с таким, да. Вот это вот. Обожаю. Очень вкусные. Потом это у меня мальчишки взяли вот эти вот корзиночки, а я взяла эклеры с заварным кремом. Вкусненько. Очень вкусненько. Так, дальше. Немножко фруктов у нас. Яблоки у нас уже свои пошли, поэтому мы не взяли. Взяли вот такую дыню. Гулаба, да? Правильно так называется. Не знаю, брала я такой сорт, когда-нибудь не брала. В общем, на пробу взяли такой арбуз, что тоже неохота. Уже всем наелись. Вот, это я взяла мужчинам своим киш-миш. Я не люблю виноград киш-миш. Я люблю вот этот виноград. И еще один как-то называется сорт. Мне тоже очень нравится. Но вот люблю вот такой вот красный виноград. Обожаю. И здесь я взяла еще чесночок. У меня чеснок еще не нарос. Я тут вырывала. У меня он совсем еще маленький. Вот, не знаю, что-то у меня с чесноком в этом году не очень. Поэтому, соответственно, вот купила здесь 4 штучки у меня. Вот, вот и все. Вот вся наша закупка. И, ну, потом во влоге расскажу и покажу, что я буду готовить из вот этого теста обязательно. Вот, ну и давайте покажу вам чек.